Happy birthday, Sasuke. Hey guys, there's something in the lake. Jasper Turtle. Love the quick. Блять, я ненавижу этот момент, ёбаный, в жизни, когда щеку прикусываешь. Еще такой весь звук по всему черепу проносится. Бля, самый охуенный смех. Вот этот лошадиный. Еще раз, пожалуйста. Love each other. Life each. Ладно. Кто сказал, что запрещаю чупапи мунень? Сейчас пойдет спад. Поймал улетевший было со стола карандаш. Бля, я тогда просто охуел, реально. Представляете, поймал карандаш. Ах! Ой, бля. Кек, я это видел, это прям очень хорошо. Ёб твою мать, блядь! Что у вас здесь происходит? Еще раз, пожалуйста. Блядь, у меня тоже такие моменты были в школе. Ёб твою мать, блядь! Ой. Я хочу видеть продолжение этого видео. Заебала эта собака, блядь. Вся предложка в этой псине, ёбаная. Ты ёбаный, блядь. Ты гандон, блядь. Понял? Я где-то это видел. Oh no! Our table! It's broken! Oh fuck! Хуба-буба! Wow! Нереально большие пузыри! Блять, какой ужас, нахуй. Да, у тебя сына была одна дырка. Да нет. Уебать! Раз, два, чё это откуда три, там? Это... Хочу, чтобы у меня мама так со мной разговаривала. Ух, ебать! Что такое? В тебя стреляли, что ли? Это кошка, походу. Хуёшка! Брат, если тебя обижают, не обижайся. Ай, доля воровская, как и людская, не забывай, что все мы... Только не упадите со стула. Эти шикарные. Каспим, бля! Oh, it's me, Mario. Show me your ass. Блядь, ни одной бабы в короткой юбке нема, блядь. Ёбана пуза, блядь. Why does my door sound like Minecraft? Hey, it's me, Minecraft. Перекати, блядь, поле в центре нахуй города ебаного! Перекати, блядь, поле, блядь!
Что происходит? Что происходит? Аккуратно оторвите ребенку голову и намажьте ее вазелином. О, цыган! Осуждаю. Здесь, Плохая наверное, надо угадывать цвет. Но это по-любому желтый. Желтый. Это я, когда твоя девушка мне... Когда я... мне... Бля, по-моему, у нее все такие видео тупые. Это я, когда твоя девушка мне... Когда я... мне... Чиз, по менеджера. Здравствуйте. Почему мне официант плюнул в суп, ушел? Во-первых, почему вы собака? В-третьих, что это за наглость? Куда? Нахуй. Мало того, что собака, еще и на стол залазит. Кек. Кек. Купили себе солевую лампу. Между прочим, очень полезно для здоровья. Когда ты включаешь лампу, она нагревает соль, и ты вдыхаешь ее, и... У, сука. Ха! Да! У курицы есть дырка! Ладно. Нихуя не пиздится жестко. Такие тупорылые видео, ёбаные. Как? Что? Я мегафон. Где? The animatronic characters here do get a bit quirky. Ну это, блядь, уже старый. What are you doing? Why is your bra off? Are you... Is that for Brian? Павло. Ма! Ма! Бра! Бра! Сейчас не смешно было вообще. Охуеть, что, блядь? Я сготовил, мне нравится такая еда. Классная, вкусная. Зачем полбулки хлеба? Классная, вкусная. Я себе тоже вот так чай наливаю в деревне. Но иногда всегда вот хочется пить чай. Мне берут вот этот вот стакан гигантский. И туда сразу 3 пакетика заливают. 10 ложек сахара, блядь. И размешивают. Классная, вкусная, классная, вкусная, классная, вкусная. Да я понял. Чудесная, классная, вкусная. Хапшай! Я так на сцене хочу прикольнуться. Охуел, тварь, блядь. Заебал ты меня. Сука, еще раз, нахуй. Блин. Ладно. Whatever daddy wants. Блять, пацаны, время мне вам показать, блять, ебаные тиктоки Джека Луни. Это просто пиздец, блять. Он какой-то, он ёбнулся, он стал мелшером, но еще хуже. Сейчас я вам покажу. Кто не подписан, это просто пиздец. Вот, вот это, блять, смотри.
Все, это первый. Кто не понял, тот, ну, не знает, что такое юмор. Вот, вот это второй. Тут со мной дуэт. Все, вот, это вот. Daddy gets. Desperado. Блять, пиздец какой-то нахуй происходит, не район, блять. Блять, молодой человек, что по времени сегодня? Да не знаю, телефона нет. Пиздец. Ладно. Зачем они это? Зачем? Блять, у тебя там за хрюшка такая. А это у меня копилочка. В ней денежки, между прочим, летят. Да сколько, посмотрим, сколько. Сколько ты там докопила? Ебать, Тулюсь, это что, все что ли? Скажи. Хуйня какая. Это что? Бабка топ. Блять, ну, даже, блядь, на бутылку шампанского не хватает. Ебало, я вот тебе конем. Я встал, хочу спать. Ты вот зеваешь, ляж поспишь. И ругаться не можешь. Ну-ка, ну-ка. Арся. Ух, блядь. Что он сказал? Ух, блядь. А? Блядь. Я гуляю, я маленький котик. Я хотел позвать ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ты смотрел на мою попу? Я тебе не разрешал, но я не против. Ладно. А? Нихуя он умеет, я так тоже хочу. Ладно, окей. Ты можешь нарезать понятные видео хотя бы? Я не прошу смешные, я прошу понятные. Прощайте, блять, вкусовые сосочки нахуй. Заебали, бля, меня, да, пиздец. Там землетрясение или что это, блять? Помогите! Помогите! Как срать часами? Мы продаем часы уже более 20 лет, и даже у нас нет ответа на этот вопрос. А, я вам рассказывал, блять, вот про этого доктора. Я когда рассказал то, что я чуть не обосрался в пустыне, знаете, мне в предложку чел скинул, но, видимо, блядь, он подумал, что он не хуйню скинул. Он скинул, блядь, напрямую, чтобы мне помочь. Он мне говорит, вот, посмотри, вдруг тебе понадобится. Значит, там этот, блядь, доктор ебаный говорит, как закупорить очко? Ты должен вот так вот сделать. Сейчас, блядь, сейчас. Вот так, делаешь вот так, вот пятка. И аналом садишься на пятку. Сидишь так, 10 секунд. И очко закупорено, и ты теперь можешь не срать час, блядь. Нахуй ты мне это скинул, блядь? Предложка — это не личные сообщения. Мне не нужен был, я не просил совет, как мне не обосраться. Нахуй ты мне это скинул? Я же это, сука, запомнил. У меня память не бесконечная, примерно, блядь, 1.5 терабайта, блядь. И я должен свою память, 1.5 терабитровую, блядь, тратить на то, чтобы закупоривать себе очко. Нахуй ты мне это скинул, ёбаный? Естественно, я его забанил, естественно. А? О, собака без дома осталась, все, что негде больше жить, ну и вали отсюда, вот такой вот ты плохой.